Это не Бразилия и даже не Испания. Это невероятно волшебное место в глубинке России, а точнее в Алтайском крае. Это Колыванское озеро, уникальный шедевр природы. Как будто эти панкейки или как их такие блинчики сложенные. Здесь прям погружаешься в дивную атмосферу сказок и легенд. Ведь при разном положении солнца скалы тоже выглядят по-разному. И то мерещатся сказочные животные, то воины, то замки. До сих пор нет точного ответа, как образовались такой формы горы. Но больше ученые склоняются к тому, что когда-то очень-очень давно здесь была линия прибоя Древнего моря. И получается, вода и ветер нарисовали эти волшебные пейзажи. Эту версию подтверждает растущий здесь реликтовый водяной орех Чилим. А это, между прочим, осколок флоры древнего еще доледникового периода. Я их назвала сибирский лотос. Этот орех имеет интересную форму, чем-то напоминает голову чертика с рогами. Согласны? Место не сильно популярное, поэтому здесь до сих пор есть возможность отдохнуть не только в домиках, которые есть разного формата, но и насладиться диким отдыхом в палатке прямо на берегу озера. В округе есть музей леса, музей камнерезного дела. Мы до них добраться не успели, будет повод вернуться. Как вам это место? Напишите в комментариях.